Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати, і у вівторок, як завжди, ми зустрічаємося з освітянами нашої області, з різних сфер освіти, і сьогодні ми трішечки, навіть, може, поговоримо якоюсь іноземною мовою, тому що в нас сьогодні дві чарівні представниці нашого Національного університету імені Хмельницького, які готові нам розповісти, як зараз вивчаються іноземні мови взагалі в університеті і які пріоритети розставляються при вивченні цих мов. Отже, я рада вітати в нашій студії Тетяну Олександрівну Мороз, декана факультету іноземної філології Миколаївського державного національного університету імені Сухомлинського та Добровольську Лесю Станіславну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри англійської мови того самого університету. Доброго дня вам. Доброго дня. Сьогодні, мені завжди з дитинства запам'яталася одна фраза, що скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина. Так? І на сьогодні, мені здається, у молоді дуже гарні перспективи вивчати мови, тому що це не так, як було завжди тоді у школі, коли вчилися тільки певні правила, і то вчилися, то не вчилися. Зараз подивишся на молодь, вони вільно іноді володіють декількома мовами, сприяє цьому і інтернет. І, звісно, чомусь мені так здається, тому підвищилися вимоги і до викладання іноземної мови, як і в середній школі, так і у вищій школі. І хотілося б почути, як сьогодні викладається іноземна філологія, як, чим живе ваш факультет, скільки у вас студентів і чим відрізняється на сьогодні освіта на іноземній філології в університеті від, наприклад, там 10, 15, 20 років тому? Ну, ви знаєте, наш факультет був создан 17 років назад, і ми якраз в цьому році еще не юбилей, но идем к своему совершеннолетию. Вот, и на нашем факультете мы готовим бакалавров, специалистов и магистров. И специальности, которые мы предлагаем на факультете, это учителя английского и немецкого языка и переводчики. Это английский и немецкий язык тоже. Вот, конечно, современные требования, которые, в общем-то, на сегодняшний день общество ставит перед учителями иностранного языка, конечно же, и мы ставим и на факультете перед своими преподавателями и студентами. Мало знать английский язык, а мы знаем, что 2016 год, учитывая и статус английского языка как языка международного общения и интеграции Украины в европейское научное и образовательное пространство, объявлен президентом Украины годом английского языка. И, конечно, в этом контексте мало самому знать английский язык, нужно еще и уметь научить этому языку. Конечно, эти новые требования ставят перед нами задачи, как же, какими новыми формами, подходами и методами мы можем овладеть сами и передать нашим студентам. Ну, а взагалі-то от вища освіта відрізняється від середньої освіти тим, що тут вже студенти целенаправленно йдуть вивчати мову, так? Вони, може, десь ще й не розуміють, як це буде відбуватися, але все ж таки вони йдуть, обирають такий фах. Якщо в середній школі хочеш ти вчити, не хочеш ти вчити, але ти мусиш. А тут вже і тому і вимоги від студентів до викладачів також. Їм хочеться більше взяти, мені здається, чи не так? Чи вони все ж таки, як ще діти, і треба їх зацікавлювати? Вы знаете, сейчас студенты более требовательны, чем раньше. Это связано с тем, что и требования в средней школе немножко другие по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад. Хотя интерес к иностранным языкам, в общем-то, на протяжении последних десятилетий никогда и не угасал. Вот, поэтому
И, естественно, они приходят и с новыми требованиями. Поэтому, конечно, в перспективе и перспективными направлениями работы нашего факультета это есть и международные программы, и участие преподавателей, это и мобильность студентов, это поездки за рубеж, это повышение квалификации преподавателей за рубежом, это и приглашение зарубежных коллег и преподавателей работать у нас и преподавать у наших студентов. Мы очень долгое время сотрудничали с Корпусом мира, и сейчас продолжаем наше сотрудничество и подали заявку на приглашение преподавателей из Соединенных Штатов. И вот с нетерпением ждем, приедут ли к нам. Скажите, пожалуйста, взагалі на факультете вы спілкуєтеся якою мовою з студентами? Між собою? Чи існує така от мовна атмосфера на факультеті? Ну, каждая кафедра создает свою мовную атмосферу. У нас, конечно, кафедра английской филологии. И, конечно, со студентами все стараются общаться английскую мову. Так и пары, конечно же, занятия для студентов проводятся исключительно на иностранном языке. А если ты ничего не зрозумів під час пари? Ну, такого просто не может быть. Настільки володіють студенти мовою, так? Вони розуміють. Особливо, якщо ви говорите, що приїздять викладачі з іноземних університетів, і вони ж, в них немає варіантів пояснювати. І говорять вони темп мови в них свій набагато швидше. І студенти розуміють, про що йдеться мова? От мені цікаво просто. Ви знаєте, коли приходять к нам наши абитуриенты и становятся студентами первого курса, конечно, они проходят адаптационный период. Конечно, эта адаптация, она включает в себя и, в общем-то, языковую тоже адаптацию. И вот сейчас в рамках программы «Темпус» у нас на факультете присутствовала профессор Муна Адамс и Джеки Хардинг, и они проводили пару со студентами второго курса и остались, то есть они работали и с магистрантами, со студентами старших курсов, и работали со студентами второго курса. И они были очень приятно удивлены и, в общем-то, високого мнения о уровне знаний наших студентов. Вы згадали в нашій розмові одну з міжнародних програм, так? Крім цієї програми «Темпус», про яку ми поговоримо пізніше, які ще програми реалізуються на факультеті? Ну, ви знаєте, пріоритетними направленнями міжнародної роботи на нашому факультеті ми определили академічну, научну, лінгвостроновічну і дистанційну мобільність. І совершенно абсолютно понятно, что мобильность без участия в международных проектах, без участия в грантах, без участия в международных конференциях совершенно невозможно. И вот в рамках международного проекта «Шведский институт» 5 преподавателей нашего факультета – это Шапочка Екатерина, Айзикова Лидия, это Шмотина Елена, Коган Анна, они проходили стажировку в Швеции, в шведских университетах. И вот результатом этой стажировки, участия этого проекта, они все стали выпускниками этого проекта, стало то, что в этом году наш факультет получил 2 гранта на проведение научно-практических семинаров в рамках уже научных тем преподавателей, результатами которого стал интегрированный курс, созданный участниками этого проекта, который лег в основу подготовки наших специалистов. Кроме этого, мы работаем и с программами Fulbright, и с программами академических и научных обменов с посольством США. В рамках программы Integrity Education, в рамках этой программы, это британская программа,
Преподаватели нашего факультета проходят сейчас тренинги и стажировки в Болгарии, в Софийском университете. Это и Франкфуртский, это и университет Кан, это Будапештский университет, это Польская академия имени Маджевского Анджея. И, конечно же, все это приносит свои плоды, потому что вот этот багаж знаний, которые они получают, и языковых, и культурных, естественно, весь этот багаж знаний они привозят и передают нашим студентам. То есть все новые методы, технологии обучения, методики, все это, конечно же, безусловно, используется для подготовки конкурентоспособного, в общем-то, спеціаліста і учителя. Скажіть, будь ласка, якщо людину помістити в мовну середовище, так? Наскільки швидше темп засвоєння мови, ну, будь-якої мови? Це можна спрогнозувати? Це залежить там від здібності людини, чи наскільки вона буде швидше сприймати той потік мовний, який навколо? Ну, студенты, которые потрапляют в мовное середовище, мовы, которую они выучают. Не очень быстро адаптируются, потому что вы же понимаете, что языковая среда, она предполагает не только академическое общение, но и общение на различные темы, и темы, которые связаны в основном и с жизнью студентов, поэтому, конечно, адаптация проходит гораздо быстрее. Ну, и это, наверное, зависит все-таки и от общего языкового уровня знаний студентов, то есть от той базы, которая уже была заложена. А та база, она закладывается завдяки викладачам, які також працюють і вдосконалюються за рахунок цих міжнародних програм. А що це за проєкт «Темпус», його мета, задачі і основні напрямки? Детальнейше можно рассказать. Значит, в 2013 году кафедра английской филологии выиграла проект «Темпус». Он называется «Совершенствование процесса обучения при подготовке будущих учителей английского языка в процессе внедрения онлайн-технологий». Это предполагает смешанную форму обучения, что позволяет нашим студентам учиться как онлайн, так и аудиторно. Бенефициаром проекта выступает университет Астон, это город Бирмингем, Великобритания. Руководителем, непосредственно координатором проекта со стороны Великобритании является доктор Сью Гартон, она директор отдела социолингвистики и аспирантуры. По кафедре английской филологии это выпускница программы Фулбрайт, кандидат педагогических наук, доцент Мироненко Татьяна Платонна. Программа прежде всего направлена на модернизацию процесса процесса подготовки будущих учителей, а также это, естественно, интеграция в открытое образовательное пространство. Что касается партнеров, европейскими партнерами проекта выступает университет Кан, Нижняя Нормандия, Франция, и также немецкий педагогический университет, это Фрайбургский педагогический университет. Что в данный момент, с 2014 года, у нас происходит имплементация результатов. В настоящий период у нас идет пилотный проект. Мы набрали в 2015-2016 году две группы магистров. Это дневная форма обучения и заочная форма обучения. Они учатся по новой программе. Новая программа предполагает изучение модулей, которые профессионально направлены. Все, как уже говорила Татьяна Александровна, все пары, все дисциплины преподаются на английском языке. И необходимо отметить, что для составления этих модулей преподаватели кафедры английской филологии проходили стажировки, неоднократные стажировки. Это в университете Астон, в университете Кан и во Фрайбургском педагогическом университете. У нас на кафедре создана команда, работает команда, которая работала непосредственно над этими модулями. Это преподаватели кафедры английской филологии, это кандидат педагогических наук, доцент Виктория Владимировна Баркаси, кандидат педагогических наук Щерпакова Елена Леонидовна. Также входят наши преподаватели, это Кордюк Елена Николаевна и Чередниченко Александр Александрович.
Что хочется отметить, что у нас в конце февраля, в начале марта приезжали два представителя университета Астон, доктор Муна Морис Адамс и Джаклин Хардинг. Они преподавали, у нас было совместное преподавание с нашими, с нашими преподавателями, и отдельно было преподавание пар. Естественно, это действительно такие языковая среда, и наши студенты настолько, им нравится этот проект, им нравится, что используются современные инновационные подходы. И необходимо отметить, что наши гости были приятно удивлены действительно высокому уровню владения языком, то, что наши студенты очень мотивированно подходят к обучению. Также к концу года мы ждем приезда представителей университета Канн, это будет доктор Пьер Лариве, и это будет заведующий кафедрой английстики из Фрайбургского педагогического университета Матиас Хуц. Что касается результатов, мы планируем, что в 2016-2017 году у наших студентов будет возможность пройти стажировку в университете Астон. Непосредственно это будут два человека. После навчания. После навчания, так. Два студента будут в первом семестре, два студента будут во втором семестре. Ну и в таким образом где-то 8 человек у нас получит, возможно, да. Планируется. И также, конечно же, это получение двойных дипломов. То есть университета Астон, университета нашего Николаевского национального университета имени Сухомлинского. А ось ці 8 студентів, яким чином вони будуть відбиратися? Таке трішечки шкурне питання. Адже ж студентів багато, а треба обрати. Ну, ответ на этот вопрос такой, что сейчас в процессе разрабатываются критерии отбора. И, естественно, отбирать будем не мы, отбирать будет университет Астон по своим критериям. Конечно же, будет отбирать. Это будет краще з найкращих. Да, краще з найкращих. Ну, перспектива така, можна сказати, досить світла, тому що отримати паралельно подвійний диплом. Да. Це престижно. І крім престижа, дійсно мовна практика і те, що залишиться з тими 8 студентами на все їхнє подальше життя. І взагалі перспективи розвитку факультету, що ще планується на факультеті зробити, щоб ще цікавіше було, ще більше зацікавити ваших студентів. Ну, чтобы еще было интереснее для наших студентов, вот, и для наших преподавателей, летом планируется подписание совместных договоров о обмене студентами. Это университет, Франкфуртский университет и Каннский университет. Я думаю, что в рамках подписания этих двух соглашений между нашим университетом и этими двумя университетами мы планируем еще открытие международных информационных центров, совместных, конечно же. И будем продолжать работу над проектом «Темпус», и над получением двойных дипломов. Летом наши студенты планируют уже второй год, они как волонтеры работают в летних языковых лагерях. Вот, то есть это и на уровне города, это и языковая практика для них. То есть мы, в общем-то, будем продолжать эту работу. И хотела еще дополнить, что в этом году как раз наши студенты работали волонтерами с американскими представителями, то есть у них была возможность и как переводчиками поработать, и как воспитателями, и как учителями, то есть отобрали лучших студентов третьего курса, и они работали бок о бок с американскими представителями, с детьми-сиротами. Это как раз была такая социальная программа. Ну и, конечно, мы собираемся продолжать наше сотрудничество и со шведским институтом, и будем... Скажите, я перепрошую, у вас больше те, что мы говорим, а больше мы чуємо про английскую мову, а немецкую мову також там входит в эти программы якісь? Є можливість вивчати німецьку мову в мовному середовищі?
Для, конечно, для наших студентов и такая возможность есть, потому что наиболее распространенная, мы сотрудничаем и с Гёте-институтом, да, и наиболее такая популярная, и наиболее, скажем, распространенная программа ДЭД для наших студентов, да, когда они имеют возможность поехать. То есть мы говорим об академической мобильности на месяц, на стажировку. У нас ездило 4 студента, и побывали и в Берлине, и в Австрии, и даже в рамках этих проектов и наши преподаватели ездят в Австрию на стажировку. Но хочется сказать, что, как это ни интересно, но в магистратуре в Германии, да, обучение происходит на английском языке. Угу. Вот, поэтому... Тобто английская в приоритете. Ну, наверное, в современном мире на сегодняшний день в приоритете английский. Вот, несмотря на то, что существует масса немецких программ, и, конечно, у нас же второй язык немецкий идет. Угу. И все, конечно же, много есть очень проектов, и немецкоязыковых, да, которых с удовольствием наши студенты принимают участие. Скажіть, будь ласка, ви якось прослідковуєте долю ваших випускників? Вони працевлаштовані? Да, вот хотелось бы сказать, что практически все выпускники, даже если взять специальность мова и литература английская, они все трудоустроены и все практически все дипломы признаны европейскими вузами. Угу. И вот очень много наших выпускников учатся в магистратурах. Вот сейчас учатся в магистратуре в Осло, Теленик Елена. А вот недавно к нам приезжал наш выпускник, он закончил 10 лет назад наш вуз. Сейчас он преподает английский язык в Пекинском университете. Вот он приезжал к нам в гости, был буквально. Буквально на днях. Да. Вот. И мы были очень рады. Мы всегда следим за долей наших выпускников. Нет, наверное, такой страны на карте, где бы не работали наши студенты. Поэтому Виталий, вот как раз Виталий Приступов приехал, и мы настолько были удивлены, что это другая культура, но тем не менее. И английский востребован там, и мы очень рады, что наши студенты находят хорошее трудоустройство. И он разумеется со своими вихованцами, студентами, да, також. Да. Знаходит сильную мову. Да. Дякую вам за надану інформацію. Взагалі було дуже приємно з вами спілкуватися. Я сподіваюся, тільки хочеться побажати, щоб все, що ви хотіли би, реалізовувалось, була можливість це реалізовувати. Ну і, звісно ж, побажати вам і вашим викладачам вдячності від студентів і віддачі, тому що найкраще, що можна побажати вчителю, це віддача від його учня. Тому що вчитель завжди вважає, що його мета досягнута, якщо його учень досяг більшого, ніж він сам. Дякую вам, дякую нашим глядачам, що залишалися з нами. Я ще раз нагадаю, що з нами в студії сьогодні були Тетяна Олександрівна Мороз, декан факультету іноземної філології Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, та Добровольська Леся Станіславна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови. Дякую вам, дякую нашим глядачам. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв, у нас завжди багато корисної інформації. До побачення, до нових зустрічей.